Хей, ого, с вами Шмаки, мы продолжаем пройти игру по названию Dark Souls Remastered. Короче, я пофармил душ, и помните, где дракон у нас. Давайте я, короче, отдохну. Мы повысим уровень, нам нужно с вами сила. 24. О, меня как раз хватает. Так, хорошо, у нас еще 1000 остается. Да, ну дальше я буду, наверное, здоровье идти. Потому что, мне кажется... Мне оно понужнее будет. Не так, давайте сюда. Так, теперь возьмем этот меч. И... Ох, как он у нас выглядит. Ну, он замахивается, не скажу, что долго, да? Открыть шкатулку бездны. Мне еще нужно посмотреть с птичками. Я, если что, еще закупился бомбами. У меня 63 бомбы. Потому что мы пойдем на одного босса. А, если, конечно... Ну, я не знаю, посмотрим, как там у нас выйдет все. Так, секира. Крылатое копье. Так, так. Алебарда. Можно взять... Слышите, алебарду? Ну, блин, мне нужна не вот эта алебарда, а другая алебарда. Темного рыцаря, которая... Так, хорошо. Что у меня по статам? Перезагрузка. Сколько у меня? 20. Хорошо. Блин, мне нужно еще перегрузку вкачать хотя бы до соточки. Так, 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 так. А сюда ставим Эльварду. А у меня что... Под альбарду не подходит что-то. Так, вот это мне интересно. Тихо-тихо. У нас новое, короче, чудо, да? Вот это, которое мы получили с Ковенанта. Так. Ладно, тогда давайте копьем. Так, я немного не понял, а в чем дело? Ну, по идее, мне все подходит. У меня хватает всего, но я почему-то не могу им воспользоваться нормально. Вот я могу нормально воспользоваться. Да. Замахивается он медленнее. О, здорово. Так, давайте я, наверное, еще закуплюсь, пойду, чтобы, если вдруг я души просру. Зачем ты его пендаля дал? Ладно, так уж и бы, давайте. Замечу, что я их даже через щит херячу. Довольно хороший предмет. А, бэкстеп? Ну блин, он даже до бэкстепа не доходит, потому что... О, еще секира, ништяк. Да, здорово. Купить предметы. Так, у нас с вами, в принципе, 1800. Поэтому я думаю, либо бомбами мы можем закупиться, либо мы можем купить... Так, это мне не хватает вообще. А, ну, в принципе, только бомбы. Не, либо стрелы можем купить. У нас их вообще мало. Я не знаю, стоит покупать или нет. Ладно. Закуплюсь бомбами. О, как раз на все деньги. О, я как раз у нас максималка с вами. Если что, его можно убить, там же, кажется, из него катана выпадает. Но мы этого делать не будем. А мы с вами отправляемся. Убивать босса, если у нас будет доступно. Для этого я как раз и взял... данные предметы. Надеюсь, сработает.
С этой стороны не открыть. Хорошо, вопрос иной. А как мне туда попасть? То есть, как мне попасть в Чумной город? Задам такой вопрос. Задам иначе, так как сказать. Как мне попасть туда? Потому что я типа не врубаюсь. А, стойте, а если мне нужно там, где мы этого тельца убивали? А ну-ка, давайте проверим. Здесь мы тогда с вами купили ключик. Да, меч офигенный. Ох ты ж, ё-моё. Интересно, как он будет вантапить именно сильных врагов. Так, вот, а теперь здесь нам нужно куда-то пойти. Давайте сначала вниз. Я не помню на самом деле, где проход этот, который мне нужен. Поэтому давайте сначала здесь пробегусь. Ага, здесь мы в темный лес открывали. Проходик, поэтому нам не сюда. Тогда вверх. Блин, я серьезно, я не врубаюсь, как мне в этот попасть. Как мне попасть? Так, ну здесь телец. Допустим, давайте сюда. Сложно. Почему так сложно? Вот! От подвала. Вот ключ. Походу, это он. Да? Кажись, да. А где мы его вообще взяли? Ключи тот. Так. Хорошо. А вот теперь мы открыли с вами срез. Замечательно. Замечательно. Воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опасные, опасные. Так, три собаки, да, только было? Надо идти и смотреть, куда мы хотя бы идем. Мне главное, чтоб я успевал атаковать их. Вот какого черта? Он медленно атакует. Очень медленно.
Нужно, короче, заранее просто атаковать их, потому что тогда они меня атакуют. Так, двойная человечность, хорошо. И давайте сразу двери проверять. Почему? Кто-нибудь, прошу, выпустите меня отсюда. Эй, кто-нибудь, помогите. Откройте дверь. Проклятие, мне конец. Как такое могло случиться? Так, подождите, я не понимаю, почему фризит. Давайте так попробуем. Использовать ключ от жилища. Так. Посох. Короче, сетик. Великолепно. Тебе удалось открыть мне дверь. Благодарю тебя. Я спасен. Я уже думал, что никогда не выйду пёрость. Я Грегис из Вильейхмена, Кадун из Вершивена, и благодарю тебя за помощь. Благодаря тебе я смогу продолжить свои странствия. О, здравствуй. Я в порядке. Отдохну немного, а потом вернусь в храм огня. У меня есть мои заклинания, и вследствие раз я буду осторожнее. К тому же, у меня есть важное задание. Так, все хорошо. Я не понимаю, почему здесь фризит как-то. А вы, наверное, понимаете, что с фризами играть это не очень круто. Может, а прикиньте, если двери какие-то выбиваются? Даже вообще будет классно. Тихо. Они кровотечение все равно дают через щит. Хотя это... Кулич атака, то... Все возможно. Кортик. Кортик. Это предметы. Оружие. Так, меч повелителя могил. Типа оружие большой и кривой. Так, это меч... Этим мечом вооружен только служители Нита, повелителя могил, первого умершего. Сделал из костей павших. Меч истинный, так, миазмы, смерти, которая отравляет всех все живое. По идее, должен наносить... Ну, это меч Нита, по идее. Кортик. Обычно небольшой меч для выпадов. А, не заточен, но может проткнуть крепкий доспех его. Позволяет совершить выпад, используя вес тела. И эффективно для нанесения критических ударов. Вот, ребята, о чем я вам говорю. Вот почему они меня смогли пробить. А прикиньте, где-то здесь есть иллюзорные стены. Ну, на самом деле, навряд ли, но кто его знает. Вау. Да ёлки-палки. Так, тихо, хилимся. Не, здесь лучше быть осторожным, да, это не секира, где могу воскреситься второй раз, поэтому ладно. Буду более осторожней. Вот зараза. Слышу, что кто-то где-то бегает. Так, маска вора, щит Мишель. Ой, точно, нам уже там предметов понадавали. Так, ну шлем это у меня с рыцарей попадали. Так, большинство гордится учебой в этом академии и не одобряет отказ от формы одежды, принятой среди колдунов. Маска вора.
Маска грешников. Они скрывают лица, приглушая голос и прячутся в тени. Маска не обеспечивает достойной защиты. Ну, то, что она... Это ж легкая броня. Так, черная кожаная доспех. Доспех из черного... Так, мягкая кожа практически не издает шума. Так, и придуется... Бля, тихо-тихо-тихо. А что там мне глаза дает? И придуется. По душе любителя приятеля в темноте. Кожа толстая и обеспечивает приличный уровень защиты. Накидка, которую носят приличные ученики Винхеймской школы драконов. Большинство гордится учеников в этой академии и не одобряет отказ от формы одежды. Перчатки из черной мягкой кожи практически не издают шума. Кожа толстая и обеспечивает так приличный уровень защиты. Большинство горожан на уроке, которые носят. Давайте я посмотрю, что можно, в принципе, одеть. По легкости, главное, чтобы она еще была. Ну, смотрите, это, в принципе, как и у меня. И статы, главное, одни и те же. Я их одену. Но эти черные похуже будут. Нужно вообще уже доспехи будет починить, сходить. Смотрю так. Они как-то очень пошли уже по жопе у меня. Они пошли по жопе. Смотрите, я могу, в принципе, эти взять. Они легче. Хотя... ладно. Поручим. Ручим. Штаны ни хрена не весят. Так, сопротивление молнию, сопротивление огню больше. Чисто, но защита меньше. А здесь... Не, нормально, так. Так сойдет. Так, а вот туда я не пойду. А я знаю, что там. Я не хочу туда идти. Там демон Капра. Поэтому, что мы делаем? Так, снаряжение. Где мои бомбочки? Не зря же я их покупал. Как их кидать стоять? Ладно. Не, а как их серьезно кидать? Типа, не, я могу туда пойти, но... Для меня это опасно ведь. Как вообще целиться стоять? Делаем по-другому. О, собаку бил. Давайте я выкину хотя бы. Я просто не понимаю, где он хотя бы там стоит. Я помню, что нужно как-то с помощью лука. Берем лук, целимся и стреляем.
Ладно, давайте еще. Еще 5. Ладно, погнали. А, то есть я только собаку одну убил. А, капра. Сюда иди. Давай, давай, давай. Блин, хотя у меня меч такой жесткий, я мог его бы сразу убить. А, в принципе, да? Ну да. Май, ключ от глубин. Все, у меня есть ключ от глубин. Косточка и человечность. Ну, в принципе, знаете что? Ладно. Я и этого грохнул. Блин, да, конечно, считайте денег, я много потратил, ладно. Собаку одну убил, чтобы она меня не заблочила. Поэтому, считайте, я все равно в плюс пошел. Так, мне главное здесь осторожно. Вот, хотите сказать, типа он стоит? Ну да. Ну смотри, это Вес обратно отлетел. Ага. Фигли. Да, ага, вот, срез. А это где Хавел был? И нет, стоять. Чуть не врубаюсь. Так, это глубины, хорошо. Погнали наверх. Вот там. Ой, привет. Ты все еще сохранил разум? Тогда почему бы тебе не купить у меня мох? Мне нужны твои души. Поговорить? Великолепное место, правда? У нас есть вода, мох, симпатичная железная решетка. Мне здесь очень нравится. В жизни у меня не было никаких радостей. Но с тех пор, как я стал нежитью, я все время счастлива. Ну да, вот теперь у тебя есть решетка. И мох. Сейчас плохо время для посещения наших окраев. Здесь кишат полный, кроме меня, конечно. Ты ведь тоже не жить, верно? Будь осторожнее. Еще что-то скажешь? Если пойдешь дальше, по этой стороне, дойдешь до глубины города нежити. Но там живет один грязный мошенник и лжец. Там нечего делать настоящие люди, так как ты. Но кто знает, может ты там найдешь свое место. А сейчас плохое время для посещения здесь. Хорошо. Купить предметы, что ты продаешь. Так, мох. Мох, мох, мох дорого. Отравленный нож. Так, пирог. Вот это вот мне нужно, в принципе. Ну и в принципе мне нужно и это. Смотрите, объясняем. Если я в гнездо положу навозный пирог, да,
то я получаю... Либо радужный камень. Я получаю демонический титанит. Понимаете? То есть я могу купить вот этих, ну сколько? Давайте сотку куплю, окей. А, путевой знак, бросьте его, прислушайтесь, чтобы оценить высоту камушек. Но, повторюсь, использовав радужный камень, да, я могу поменять на титанит. То есть я могу уже получить 99 титанита. Но мне нужно найти это гнездо обмена. Типа мы ложим туда предметы. Я думал сначала это то гнездо, где я был тогда. Для перелета. Типа мы оставляем предмет, перезаходим в игру. И там должен быть тот предмет, который мы типа оставили. Хорошо. Блин, 4000, пиздец. Давайте теперь навозку куплю. Навозки я куплю... Давайте... Так, у меня останется 6000. Давайте я навозку куплю. Пускай будет. Возвращайся, если еще хочешь. Так, сюда мы бежим. А здесь у нас с вами возврат к этому костру нашему драгоценному. О, ничего, человечность выпала? Ни хрена себе. Да, я могу. Ой. Так, кто-то говорил, где-то там торговец должен быть. Я забыл уже про тебя. Ладно, того не хочу трогать. Так, я чуть не упал. Было бы круто. О, здравствуй. Жаль, что мы встретились при таких неловких обстоятельствах. Что ж, по крайней мере, мы оба выбрались оттуда. Да-да. А тебе довелось встретиться? Трое молодых криликов отправились к знакомым в поиске скелета вражеского. Вожаги и это искусство поддержит костра. Бедная девочка, ее отправили в этот склеп. Что за ужасное задание ей поручили? А, я не знаю. О, здравствуй. Короче, мне нужно, походу, встретить какую-то девочку, как он говорит. Какую-то девчоночку. Так, новый уровень. Окей. Не, мы все равно капру убили. Следующий мы пойдем с вами в бездну. Ну, не бездна, а в этот. В чумной город. Ломатый шлем. Треснувший щит. Хотя я могу это все продать, поэтому. Я знаю, как делать бэкстеп. Поэтому ты будешь умирать. Так, теперь мне должно хватить. К этому нам еще рано идти с вами. О, старый Лондон. Мне нужно колечко найти, попытаться. Так, короче, вкачиваем теперь по чисто здоровье. А, стоять, а... Давайте. Принять, окей. Окей, так. Что мы робим? Что мы с вами робим? Я хочу... Хотите, а давайте мы закончим серию?
Или... Мне нужно понять, какое гнездо мне нужно. Вот что мне нужно понять. Давайте я, наверное, поднимусь к этой... к ворону. И типа спрошу у него. Какого черта ты мне мои вещи не возвращаешь? Я хотел типа встать на ступчик. По идее, он должен со мной разговаривать как-то, взаимодействовать. Ты почему молчишь? Ворон. Ладно. Не хочешь, как хочешь. Давайте тогда в этот старый вернусь. О! О, здравствуй. Мои спутники наконец-то прибыли. Скоро я отправлюсь в дорогу. Так что, боюсь, нам придется распрощаться. Мне было приятно. О, здравствуй. Возвращайся еще. Подожди, а что ты хотел мне продать? Не-не, я хочу купить. Купить предметы. Мне 8000 нужно. Мне хоть хотя бы вот это, чтобы я мог этот. Возвращение юзать вместо косточки. Что? Что у тебя у нас здесь? Ты выглядишь не очень. Время сейчас тяжелое. Но за мной надо следить. Нельзя показывать да, госпоже в каком виде. Ты можешь ее до смерти напугать. А, это снова ты. Что у тебя к нам за дела? Впрочем, сомневаюсь, что ты что-то сделаешь. Мы сопровождаем госпожу в ее освящение. Это не просто, но я и Ника... Так, это... не могу же я бросить их. Ты тоже нежить? Тогда времени на любознательность у нас нет. У меня есть свои цели, а у тебя, без сомнения, есть своя. Нельзя позволить проклятым взять над нами верх. Неужели твоя нет, не позволяет тебе это уяснить? А по тебе ей не скажешь. Разве я не понятно объяснила, насколько это важно? Неужели твоя нет, да? Может, мне нужно типа в человека превратиться? Может, на это типа намекает? Так, стоять, сначала я разбираюсь наверх. Сначала сбираемся наверх. Так, хорошо. По идее, это и есть то гнездо, которое мне нужно. Но не понимаю, почему оно не работает. Давайте... Так, у меня же там, по идее, включен этот... Давайте я даже чекну. Так, Dark Souls. Гнездо обмена, давайте. Гнездо, да. Обмена. Мне нужен Снагли, ворона. Мне нужен Снагли. Снагли, Снагли, Снагли. А, подождите. Так, торговец. Ребята, я понял, где там. Северное прибрежье мне нужно. Нежити. Найс. Давайте, короче, я сейчас попробуем. Блин, а если я сразу два кину? Пипец, вы понимаете, что вот эти халяв... Я могу такие халявные торги делать. На титанит.
Так, что-то не врубился. Походу, меня ворон наебал. Походу, меня ворон обманул. Возвращаемся. Ой, они ушли уже. Хорошо, что с ними поговорил. Так. Да ладно! Так, меня это уже бесить начинает. Сори, но я честно говорю, мне это начинает уже раздражать. Типа, что мы с вами за эту серию сделали? Мы только убили Капру. Ну, в принципе, у меня меч не заточен, я его буду затачивать на максималку. Если это возможно, и вообще нужно посмотреть, что для него нужно, чтобы заточить. Dark Souls это игра такая, где нужно все смотреть, все предметы. А, я понял, как я упал, все. Вопрос исчерпан. Что? Я подумал, он уже не хочет проходить. Так, дел нежити. Дел нежити. Короче, если что, я... Душа. Можете считать, ребят, что... Ох, сразу же? Раньше нужно было полежать, подождать. Считайте, что мы с вами просрали мерцающий титанит один. Да. Мерцающий титанит мы просрали с вами. И мы с вами просрали... камень очищения. Две штуки. Так, это что? Гнездо или нет? По идее нет. А где то гнездо, которое мне нужно? А вон оно, все. Тихо. Хорошо. Так. Ты! Дай мне тепла. Дай мне мягкости. Так, как там ходить? О, слушайте, я могу туда спрыгнуть или я там соскользну? Так, теперь. Предметы. А, радужный камень, где они? Выбросить. Ой. Давайте выбросим 4 штуки. Окей. Так, теперь. Выход, окей. Сейчас проверяем, если мне дадут за все 4 штуки, это будет отлично, потому что за все штуки я получаю с вами... Ля-ля-ля-ля-ля. Демонический титанит. Эй, ты, дай тепла. Дай мягкости. А-а-а, ведь я только один получаю. То есть я теряю все, а получаю один. Обидно. Выбросить. Нет, нет. Не это. Достаточно. В смысле? То есть, я думал, я могу... А нахера я накупил их столько? Так, ладно. А я могу тебе еще пирог дать.
Блин, я думал, я могу серьезно, типа, накидывать сколько хочу. Оказывается, не-не. Оказывается, не-не. Давайте тогда все, что я могу сейчас сделаем. По идее, я могу ему сейчас же кинуть. 1, 2, 3, 4. Ты. Так, хорошо, еще один кусок титанита. Так, следующее. Выбросить. Окей. Так, выйти. Окей. Блин. Я, получается, только смогу получить 4 мерцающих титанита. И обломок титанита. Потом, треснувшее око я выкинул, да? Я, получается, 2 камня очищения получу. Навозный пирог мы уже получили. Радужный камень мы получили. Драконью чешую можем получить за лекарство от яиц. Череп-фонарь мне нужен, это который там показывали. А, всё. Мне за это дадут кольцо тумана. А кольцо тумана, если не ошибаюсь, там пониже. Хорошо. А могу я еще раз? Подождите, я сейчас попробую. Типа. Вдруг про... Так, ну, типа, пронесет меня. Ну-ка. Так, выбросить. Хорошо. Давай тогда тебе выброшу... пирога. Будешь пирог? Он дорогой. Хорошо. Так, значит, погнали. Медаль света там еще, кажется, мог выкинуть. Выбросить одну штуку. Выйти. Да. Ну хотя бы тут загрузки более-менее быстрые. Так, хорошо. Блин, знаете, сейчас это как было обидно. Я думал, типа, можно нафармить. Да хера, оказывается, ни хера. Оказывается, все продумано. Оказывается, все продумано. Я там уже размечтался. 99 блестящего титанита. Драконьих камней. Все в таком духе, ага. Классно. Круто тень. Так, ну траву мы всю ему дали. Так, траву мы всю ему дали. Ах, так, осколок я дал ему. Траву я дал. Пирог дал. Эти я дал. Ну и последнее я могу ему вот это дать. Мусор. Не имеет ценности, замечу, да? Выбросить. Окей. Выйти. Окей. Ну, кажется, что типа мусор, да? Зачем кому-то носить в инвентаре, ну, типа, в карманах мусор? Это намекалось. Эй, ты. Дай тепла. Дай мягкости. Ну уже все, я не получу. И что нам дали за это? За мусор? Обломок титанита. Да, классно. Ладно, короче, давайте на этом закончим. Я посмотрю, можно ли как-то это парнишку забаговать. О, они все дохлые. Ха! И чтобы мне давали на халяву предметы. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.